суперсовременное специализированное медицинское учреждение. Онкодиспансер достроили и сдали в Магадане. На работы по новому проекту ушло всего 2 года. Наверное, где-то в июне 2018 года стало понятно, что реконструкция онкодиспансера зашла в тупик. И то, что проект не прошел экспертизы, и подрядчик отказался, и мы вернули федеральный бюджет тогда более 400 миллионов рублей, потому что понимали, что не освоим. Понятно, что мы были оштрафованы за это, за возврат денег, за неосвоение денег. Но тогда я пообещал Татьяне Алексеевне Голиковой, что поклялся, что поверьте нам, но мы онкодиспансер сделали. Теперь главный врач Магаданской областной больницы Сергей Тимофеев с гордостью показал главе региона новое медицинское учреждение, рассказав о возможностях лечения и проведения в Магадане самых сложных операций. В чем преимущество расположения ЦОПа в настоящее время в этом корпусе? ЦОПу выделена отдельная своя собственная операционная. Также у него будет 3 палаты дневного пребывания для пациентов, получающих химиотерапию амбулаторно, и 2 палаты дневного пребывания для хирургических пациентов, которым проводятся какие-то оперативные вмешательства амбулаторно, взятие биопсии, где они смогут после оперативного вмешательства провести какое-то время и после этого пойти домой. Стоимость реализованного проекта по реконструкции онкодиспансера около 1 миллиард рублей. Можно уверенно утверждать, там созданы самые комфортные условия для пациентов. Великолепный операционный блок с широчайшим спектром возможных операций. Включает 2 операционные. Одна с рентгеновской установкой, вторая еще более уникальна, с ламинарными системами. Палаты для амбулаторной химиотерапии. Но магаданцев волнует вопрос, кто будет работать на этом сверхсовременном оборудовании. Еще момент. Мы сюда приехали, я вот раньше заезжал один, так сейчас мы приехали большой бригадой на 16 человек, профессора Южно-Уральского медуниверситета. Нам очень интересно работать с коллегами, вот уже третий день наши ребята и оперируют, и консультируют, по-моему, к взаимному интересу. Вот мы готовы. Собственно, готово соглашение между университетом и областью. Мы готовы завязать постоянные контакты, телекоммуникации, визиты нас к вам, вам к нам. То есть университет может проводить усовершенствование. Я рассказывал, документы оставили, специализацию практически по всем. Мы крупные в России, честно. Вот. Как сказал в завершении брифинга для журналистов Андрей Важенин, мы еще увидим своими глазами расцвет этой клиники. Олег Дудник, Олег Калугин. Специально для вечернего Магадана.